Вы не должны двигаться, а то вы проиграете. Ты кто такая? Ты что хочешь, а? Кому сказали не шевелиться? Не понял, что ли? Ну я у нас. Ты что, нарываешься? Да, он нарывается. На, держи. Сейчас получишь. Злая и добрая кукла «Игра в кальмара». Не понял. Just around the corner, coming up, just around the bend. Осталось последнее мороженое! Разбирают, как горячие пирожки! Скорее! Скорее! А кто это сделал? Кто же это сделал? Это не я, это она, наверное. Ой, как жаль. Ай-яй-яй, ну вы видели, какой он гадит? Просто стоял и вот так вот топтал. А давай сыграем в крестики-нольки.
А это ваше? Я тебе пару вещичек принесу, хорошо? Хорошо. Так, еще. Потом еще. Так. А к нам кто-то переезжает? Не к нам, а к тебе. Тебе приезжает новая сестра. В смысле новая? Приемная. А вот, кстати, и она. Пойду встречу ее. Твоя комната, заходи. Чего? Это же моя комната. Вот, это твоя новая сестра. Теперь вы будете жить вместе. Ну вот еще. Ура, сестренка! Ну вот, вы подружились. Можете спать завтра в школу. Стойте, не уходите. Она же монстр. Я тебя видела. Ну вот и отлично, тогда не стоит притворяться. Можешь попрощаться теперь со своим домом и своими родителями. Теперь он будет мой. Мы еще посмотрим. Так, все, это моя половина, понятно? Чтоб даже волосинка не упала на мою сторону. Иначе... Да-да-да, так устала. Спокойной ночи. Смотри, у меня, я слежу с тобой. Я даже глаз не замкну. Марш спать! Ну я же... Все, не знаю. Идите спать. Все. Ой, спокойной ночи.
я тоже не засну, боль с тобой не прокатит, понятно? Я через час в школу. Ладно, вздремну полчасика и буду как огурчик. Ох, как здорово я поспала. Спишь, значит? А родители сказали, чтоб ты не проспала. А давай-ка я тебе помогу. Девчонки, завтрак готов! А я уже готова. О, отлично. Так, а где Ксюша? Я ж говорю, ей не опаздывай, сейчас опять проспит школу. Ксюша, просыпайся, Ксюша! Ксюша, Ксюша! А, школа. Я опаздываю в школу! Да в чем дело? А черт! Ну что, где она есть? Ладно, положу я с собой этот завтрак. Так мы опаздываем! Ксюша, быстрей! Ксюша, мы в школу опаздываем! Чего у тебя за вид такой? Это все она! Так, все, хватит говорить ерунду. Я тебе сделал завтрак. Не придумывай, дай всю школу. Бегом. Ну я правда говорю. Ой, я так здорово там поела. Жалко, что ты пропустила завтрак. Мне вообще-то сабу положили. Самое вкусное дали мне, а тебе то, что осталось. Неправда. Ну хочешь, не верь. Это что такое? Ксюша! Родители в школу! Реально, бабушка и 40 кошек. Чего? Тише, тише, мой хороший. Тише, тише, тише. Граждане пассажиры, автобус отправляется. Автобус приехал, скорее побежали. Ай, а чё он такой тяжелый? Держи билетик. Да. Ах ты гадина! Да я тебя! Ну тебе капец! Стоять! Билетик! Да, 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 сейчас! А где мой кошелек? Ах ты! Нет денег, нет билета, нет поездки. Все, до свидания. Следующий давай. Подожди, пап!
бабушку. Одышку уже не могу. Давай, бабуль, быстрее, быстрее иди. О, то, что надо. Потом этого заберу. Чё стоишь? Помоги мне, чемодан загрузи. Ладно. Давай, старая, помогу. Ты как билеты спрашиваешь. Ты чё там таскаешь, старая? Так ты давай аккуратнее неси там. Кошки мои, давай, давай. Кошки? Давай. Мяу, 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 хорошо, мяу. Хорошо, хорошо, буду аккуратней. Вот и будь дома. Приехали. А где Ксюша? Вообще нечем дышать. Опять? Эй, пацанчик! Стоим, бас, сюда, гони двухколесный. Эй, хороший, хороший. Хорош, ну-ка, чеши отсюда. Отдельная корона, а, сюда иди. Ушел, Вася, давай, давай. Давай, сиди. Что за тринг такой? Короче, получше. А вы же гопники, верно? Я не понял, ты что, бессмертная? Ну вы же гопники, отбросы общества, верно? Офигеть, это мне снится, Вован? Ну-ка, жбан мне дай. Дай мы тебе козявку, знаешь, что сделаем? А вместе, предложение выгодное, да. Вы за 5000 рублей должны просто напугать эту девчонку. И скажете, чтобы она меня боялась, понятно? Ваш маленький мозг успел уловить мои слова? Короче, слушай сюда, партнер. Берем у тебя 5000, телефон. Держи, Вась. А бонусом тебе пендаль дадим. Обижать мою сестру могу только я, понятно? Ты че, сдавайся! Ай-яй-яй! Больно! Отпусти! Пошли отсюда! Ты как? Нормально. Спасибо. Ну что, пошли домой? Пошли. Ну что, мир? Конечно, мир. Ой, да-да-да. Бесплатные деньги! Кому бесплатные деньги? Ого! Что, прям бесплатные? Давайте мне! Нет, только сначала сыграем одну игру. Хорошо. Да, получилось! Ничего! Feels like a song.
Ну ты же хотел играть! Вот играй! Давай, 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 давай! Проблем. Ой, извини, извини, извини. Да ну тебя! Смотри, смотри, смотри! Держи, Васек! А к нам кто-то переезжает? Не к нам, а к тебе. К тебе приезжает новая сестра. Да, ну такой переигранный чувак я. Ты что творишь? Вот так сюда подушки! Вместо того, чтобы... Где ты там? Вместо того, чтобы спать! Не поняла. Я тут. Опа! Еще одна пришла! Прикольно, прикольно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А вы нехорошо сделали! Да иди давай, пошла отсюда! А давай сыграем в крестики-нольки. Такой шуки. Только за кило. Пастор доволен. Все, готовы? Толкни уже посильнее, Макс. Как настроение? Офигенно. Да? Все хорошо у тебя? Да. Чем занималась? Гуляла. С кем гуляла? Не важно. Не со мной? На ножку.
Ты.